тот день инспектор отдельного батальона ДПС Дмитрий Усенков вместе с напарником заступил на дежурство. В это время из Ряжска на собственном автомобиле ехала самая обычная семья, со дня на день ожидающая пополнения. Никто из участников этой истории и не думал, что именно малыш породнит абсолютно разных людей. На подъезде к посту ДПС у поселка Редкино молодая супруга почувствовала схватки. Будущий папа не растерялся и обратился к лейтенанту полиции. Я к ней залез, она уже, в принципе, ребенок у нее уже родился. Я его приподнял к ней на руки, нашли теплую воду, обмыли ребенка, из носа ему все выкурили, чтобы он дышал. И все, пуповину мы не перерезали. Через несколько минут не на шутку перепугавший родителей мальчик заснул. В перинатальный центр малыша вместе с мамой доставили с полицейским эскортом. Больше всех в этой ситуации, пожалуй, нервничал папа. Ну, он, конечно, там весь на нервах. Он тут искурил полпачки сигарет, пока бегал вокруг машины. Его бедолагу раздели всего по пояс, потому что надо было ее чем-то вытирать. Вот с него майку, футболку все сняли, под нее подложили, чтобы это все не вытекало в автомобиль. По словам очевидцев, Дмитрий Усенков действовал так, будто каждый день принимает роды, хотя в его практике это первый случай. Интересно, знает ли он, что полтора года назад на посту Дягилевский его коллеги тоже помогли родиться мальчику. Если верить приметам, то свою профессию малыши уже выбрали.